Сегодня мы четвертый день на лайнере. Сейчас остановка в городе Скейгвей. Скейгвей. У нас завтрак. Так, фрукты нам тут принесли. Арбуз, дыня, ананас. Дыня желтая, дыня зеленая. Креусан, сок. Апельсиновый, у тебя там какой, яблочный и кофе. Яблочный сок, кофе. Мы сегодня вместе одинаковое заказали. Да. Потому что почему-то, что мы не закажем, у меня всегда что-то такое красиво выглядящее. И вкусное. Вкусное, а что-то... Я всегда заглядываю к Вите в тарелку. Мы решили сегодня не разнообразить и просто вдвоем каждый по омлету и хлебушек разный, правда. Вот мы в каком месте сидим красиво. Здесь вина, стена с бутылками. Сегодня очень пусто в столовой, потому что корабль приехал в 7 утра. И чтобы успеть, здесь самая популярная экскурсия, это садиться на поезд и ехать там около 30 километров в одну сторону по старым местам, когда здесь была золотая лихорадка, вот эти все места посещать. Плюс возле ледников он проезжает. Короче, все это вместе, 7 часов ты должен быть уже на перроне. Поэтому, во сколько завтрак начинается, по-моему, с 7 до 9. И поэтому люди предпочли, конечно, на трамвай, на этот, на поезд. Ну, а мы с женой проснулись уже, поезд, наверное, отходил. Поэтому мы... Поезд уже ушел. Пролетели. Да. И как пролетарии всех стран, мы пошли сразу завтракать. Да, еще один лайнер стоит. Сегодня погода вообще такая мерзко-пакостная. Вчера нам хоть повезло, мы там погуляли, да, на этом водопаде. Вот пустой ресторан. Кого нет? Ну, с той стороны они заполнены. Ну да, с той стороны сидят. А здесь мы одни. Что, классно. Принесли нам уже основную еду после фруктов. Что-то нам тут принесли. Когда он начал спрашивать, что туда положить, грибы, кусочки свинины, там колбасу, это я ему говорю, да все сыпь из горки. Так он нам и насыпал с горки, что такая огромная тарелка. Все, что не съем, то надкусаю. Так, вот это омлет там с колбасой. Картошка жареная и помидорчик какой-то запеченный. Это помидорчик, да? Соленая разве? Морская. Не качайте, что-то не качайте. Ну я пойду, ты меня сними, я тут не знаю. А, прыгать нельзя, ёлка. Хотел прыгнуть, что ли?
представление, начинается музыка, песня, и надо угадать, кто ее поет. И он потом по ручке там каждому дает, как приз. По-моему, Филипп Киркоров. Сейчас после шоу зашли в комнату. У нас здесь по два раза убирают. Ну, иногда мы говорим, что не надо нам второй раз вечером убирать. Вот сегодня он нам сделал опять такой прикол из полотенец. Как это свинюшка, что ли. Пульт положил, Витины очки одел сюда и включил нам телевизор, чтобы мы смотрели телевизор. Он ненавидит, что мы его вообще не смотрим. Выдвинул, смотри нам. Он так прикольно так выдвигается. Задвигается. Ну-ка, как его задвинуть? Ну ладно. Не суть важно. Такая это, да, классная? Свинюшка? Свинюшка или кто это? Сейчас у нас ужин, и мы вот только что отплыли от берега, из этого города. Все забываю, как он называется. Скейгвей. И волны такие прям разбиваются. Теперь завтра у нас следующая остановка в 7 утра. Тоже еще не посмотрели, как город называется следующий. Не знаешь, как завтра называется город? Нет, я не помню. Не помнишь? Поехали дальше.